Здравствуйте, с вами Анна и канал Буханка. Сегодня хочу представить вам выход нового урока на моем сайте buhankauroki.ru. Это видеоурок по выпечке замечательного ржаного заварного хлеба с сухофруктами, который заводится на ржаной закваске. Хлеб очень полезный и вкусный, его обязательно стоит попробовать испечь. Для более подробной информации об этом хлебе я оставила ссылку на урок в описании под этим видео. Напоминаю, что к видеоуроку также прилагается PDF-файл с подробной рецептурой и дополнительными рекомендациями. А теперь небольшая видеопрезентация урока.